Всем привет, канал Рецепты Вредины. Сегодня мы приготовим необычный хот-дог. Сосиску, жареную в вафельных коржах. Для начала очистим картофель. Нальем воду. Поставим его вариться. Приготовим из него пюре. Готово. Теперь возьмем вафельный корж и выкладываем на него картофель. Распределяем по всей поверхности. Аккуратно, чтобы коржик у нас не сломался. Все готово. Теперь можно посыпать любыми приправами, какие вам нравятся. Я добавил копченой паприки и немного черного перца. И убираем в сторонку минут на 10, чтобы наш корж пропитался и стал мягким. Все, прошло 10 минут. Выкладываем зелень. У меня это укроп и петрушка. Отлично. Сверху кладем сосиску и сворачиваем это все в рулет. Смотрите, корж стал мягким. Не ломается, не крошится, прекрасно заворачивается. Все, вот, почти готово. Теперь разрежем пополам нашу заготовочку. Смотрите, в принципе, уже можно все это кушать. Но мы что сделаем? Мы возьмем яйцо, одно, второе и третье. Добавим туда молочка, щепотку соли по вкусу. Все это перемешаем. Будет наш кляр. Все, разогрели масло. Окунаем наши заготовочки в наш яично-молочную смесь и обжариваем со всех сторон на сковородке до золотистой корочки. Смотрите, ну просто красота. Мне аж самому понравился этот рецепт. Друзья, по традиции, я готовил это в первый раз. Как всегда, у меня все получилось. Получится и у вас. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте палец вверх. Пишите комментарии. Жмите на колокольчик. Всех приятного аппетита. Ну, красота же. Все. Пока-пока. До новых встреч.